Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Заходите на сайт adspace.pro. Только эффективное размещение. 15 видов рекламы. Просто выбрать, легко заказать. Подробности в описании. Когда я был маленький, я часто предавался фантазиям. Сидя перед экраном телевизора и просматривая многочисленные видеоклипы, я представлял себя в лучшей жизни. Там красивые девушки обнимали меня, шум прибоя ласкал уши, а пряные коктейли доставляли радость. В том самом идеальном мире не было боли, не было одиночества и тоски. Было в нем лишь возбуждение, сексуальность и, пожалуй, самая красивая музыка на свете. С тех самых пор прошло немало лет. Я вырос. Но мечты о лучшем мире продолжают преследовать меня. Периодически я натыкаюсь на осколки собственных воспоминаний. Я слушаю музыку, и вот они передо мной. Красивые девушки, океан и чил. Пожаловать в лучший из миров. Здесь тебе доступно все то, что хочется. Безграничная любовь, абсолютное счастье и безмерное удовольствие. Несметные богатства, самые чувственные наслаждения –
Добро пожаловать в мир неоновых огней и ярких слоганов. Здесь действительно все возможно. И все сбывается. Стоит только захотеть. Добро пожаловать в особый чилл. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке компании «Рекламное место». Место, где просто выбрать и легко заказать рекламу в Краснодаре, Краснодарском крае и Южном федеральном округе. 15 видов рекламы, 5 лет в индустрии, только эффективное размещение. Специалисты нашей компании используют все возможности современных массовых коммуникаций, а клиенты получают наиболее выгодные финансовые условия и оперативное размещение в условиях дефицита рекламного времени и рекламных площадей. Подробности на сайте adspace.pro. Рекламное место. Просто выбрать, легко заказать. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке компании «Рекламное место». Chill. Smell in space. Breathing light, I'm passing through the days. And I have to move down and around. To run away, I'm sliding under, turning into gray. And I cannot hear that sound. I cannot feel that is made of metal. If I had the chance to fly away from here, I would. It is cold under the glass of winter. Shadows are surrounding me, I'm sure. Catch me, let me feel free from inside. Don't you want to dream with me? Catch me, let me feel free from the time. It's overboard and we are here. Catch me, let me feel free. But never mind, and the fall will be the spring. Catch me, let me feel free. To the surface, water drops, it's so damn gorgeous, lying on the glass. After that, the shades are trying to destroy my brain, and I am falling down. If I had the chance to fly away from here, I would.
shadows. I wanna let you get into me, fool. Catch me, let me feel free from inside. Don't you want to dream with me? Catch me, let me feel free from the time it's overboard and me are here. Catch me, let me feel free. Let me feel free. Сколько себя помнит человечество, оно всегда стремилось к большему удовлетворению собственных потребностей. Сейчас у меня есть крыша над головой и миска риса, но я непременно хочу себе пентхаус в небоскребе и огромную машину, чтобы доказать, наконец, себе и окружающим, что я чего-то стою. В погоне за несметными сокровищами проходят наши жизни. Телевидение и социальные сети подогревают наши мечты о лучшем будущем. Магазины ломятся от товаров, а рекламные сообщения полнятся загорелыми красотками и мускулистыми парнями, получающими за нас максимальные дивиденды от этой жизни. Сегодня в особом выпуске музыкальной программы «Chill» поговорим с тобой о мечтах и о рекламе, которая, как известно, сделала из обезьяны человека, вложив ему в одну руку бургер, а в другую — банку колы. Добро пожаловать в лучший из миров. Thank you.
Если взять любую рекламу или любой видеоклип, в сущности, объектом исследования является счастье. Нам рекламируют счастье, которое мы можем купить, перед этим хорошо поработав. Всю жизнь человека проходит в просмотре этой рекламы. Мы видим бесконечную череду радужных объектов, каждый из которых представляет собой дверь с вывеской, на которой светится надпись «Счастье». Я одна. Совсем одна. Я один. Тотально один. Будем вместе. Чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Beg you listen me, don't be kissing me till I'm done. Unsung champion, a reason like seasoning. Pepper your thoughts with spice and entice you to a space where I dwell with bass players and layers of loops. Link what I think with my prayers, it's nice. My world is everything I've become, contained in the hum between voice and drum. I'm coming from the same place some are still running from, but even sitting in the garden one can still get stung. Crying like he missed her. Since we moved away from the house where we used to play, they say I'll understand one day, but I doubt it. Mama never say nothing about it. How'd it get to be so crowded? I found it a strain. Everywhere I look I see pain, and I can't escape the feeling. Maybe I'm to blame, so I strain to listen, praying for a decision, wishing they were kissing. This feels like extradition or exile. Mama finds it hard to smile, so I make pretend cups of coffee in her favorite style. She says, child, I'm working, so there's nothing black. But she know, I want my dad, I want my family back. So my wife quit me, took offense, took the kids. I wish that was the end, but before she took her leave, she took care of my best friend. Working all the hours God sent was not the tactic, you see, cause after 10 years I'm left with jack-ish. Wanted to make the cash quick, so I had to work real late. Bad sex, my woman's vexed, even if I stay awake. And if I'm honest, I had a little cake at the office I was eating. We do cheating over coffees, making tea for the bosses, making free with me. And I agree, I got sleazy too easily. But I'm 43, this doesn't usually happen to me. Now I'm lonely, I'm wondering what my son's doing today. Suddenly I'm blinking like the screen on my computer display. And I'm drinking, concerned about what's down the track if I don't get my family back. I want my family back. Yeah. Кажется, что когда нам сопутствует успех, нам удается пройти в эту дверь с надписью «Счастье». Несколько секунд мы радуемся, полагая, что счастье здесь. Однако, оглядевшись вокруг, мы вдруг видим, что там такая же улица с чередой таких же дверей.
И мы снова и снова покупаемся на этот трюк. Радуемся, когда удается приблизиться к очередной двери. Огорчаемся, если дверь закрыта. Проживаем 2 секунды счастья, когда проходим в дверь, полагая, что именно здесь скрывается то, что мы искали. I'm on Lonely Street, number 53. Boarded up properly, I'll probably get pulled down. Litter all around, inside there's no sound or no light. But yo, it gets busy at night, people creeping. Derelicts sneaking into flicks, speaking. On the way, my timbers creaking, roof leaking. And bricks coming loose, knee high in refuse. But even though I'm a slum, I'm still of some use. There was a time my walls were decorated, and under my roof, children were educated. But now, paint's faded, windows are all smashed. A crash in the economy robbed me of my family. And no strategy combats negative equity. So that's it, like violence, it's drastic. I'm freaking and seeking to be more than just a house for crack. Somebody bring my family back. Каждый раз, когда я в детстве наблюдал видеоролик, по его окончанию я испытывал грусть. В конце концов, только что радужный мир был разрушен. Но вот начинается новый видеоролик, новая реклама. И там красивые люди говорят о красивых вещах. И кажется, что моя текущая жизнь откладывается, уступая месту прекрасным фантазиям. Хотим мы этого или нет, но когда человек оценивает степень своего счастья, он всегда сперва смотрит на других, сознательно или бессознательно оценивая то, как живут все остальные. Беспокоиться о собственном статусе и положении в обществе – естественная часть человеческого бытия. И неудивительно, что многие из наших представлений о надлежащем доходе, машине и доме формируются доходом, машиной и домом соседа. Однако в моих фантазиях почти всегда был только я и красивые девушки. Вот я путешествую на белоснежной лодке. Вот я лечу на дельтаплане над Бирюзовым океаном. Вот я на вершине мира, на небоскребе в Дубае. Здесь мне хорошо и понятно. Не то, что в моей серой и рутинной жизни. Chill.
reflections so faded through my fingers, a thousand of pieces, ready visions get undone. We've been too far. Действительно, реклама и красивые видеоролики побуждают нас сравнивать себя с другими. Примерно так же, как когда мы видим чью-то красивую жизнь в интернете и не понимаем, почему мы сами живем иначе. В частности, каждый день ездим на работу на метро, пока кто-то пьет свежевыжатый апельсиновый сок на залитом солнце веранде. Can't see me, cause I'm a shadow. If I say sorry, would you let go? It's the only thing we know. If you don't need me, say it ain't so. And if you won't need me, who will I follow? If I say sorry, would you come home? It's the only thing we know. If you won't leave me, then I won't go. And if you don't need me, who will I follow? If I say sorry, would you let go? It's the only thing we know. Shut up.
say sorry, would you let go? It's the only thing we know. If you don't need me, say it ain't so. And if you won't need me, who will I follow? If I say sorry, would you come home? It's the only thing we know. If you won't leave me, then I won't go. And if you don't leave me, who will I follow? If I say sorry, would you let go? It's the only thing we know. If you don't need me, say it ain't so. And if you can't see me, guess I'm a shadow. Говорят, что счастье нельзя купить. Однако каждое рекламное сообщение говорит нам об обратном. Купи, и будет тебе счастье. И действительно, если приобрести себе дорогие часы, это может помочь нам почувствовать себя намного счастливее. То же самое касается нового телефона, поездки в другую страну и других благ современной цивилизации. Однако количество депрессий и разочарований в мире растет. Почему? Для того, чтобы нарисовать впечатляющую картину зависимости уровня счастья от количества рекламы, ученые исследовали 900 тысяч граждан в 27 европейских странах. Ученые контролировали множество факторов, влияющих на уровень счастья, помимо рекламы. Анализ показал, что обратная связь между количеством рекламы и счастьем нации действительно существует, но работает с отложенным эффектом. Чем выше расходы страны на рекламу за год, тем меньше удовлетворены ее граждане через год или два. Похоже, сладкие фантазии не доставляют нам в действительности радости. Но так ли это на самом деле? This might not be the way.
нас заставляет нас хотеть то, что мы не всегда можем себе позволить. Действительно сладко погрузиться в мир соблазнительных образов, ощутить через игру цвета и света возбуждение, желание и страсть. В конце концов, жизнь каждого человека проходит в рутине. Изо дня в день повторяется один и тот же предсказуемый процесс. Неужели об этом мы мечтали? Неужели этому были посвящены наши детские чаяния и желания? Сегодняшним октябрем 2023 года я смело могу констатировать факт, что все эти образы из рекламных сообщений, видеороликов, журнальных статей — все это чрезвычайно повлияло на меня. Эти образы живут внутри, и периодически я мечтаю о том, что я окажусь в идеальном мире, полном неоновых огней, бесконечно прекрасной музыки и самых сексуальных красоток на свете. Это Chill. Особый выпуск. Thank you.
Сегодняшний выпуск выходит при поддержке компании «Рекламное место». Место, где просто выбрать и легко заказать рекламу в Краснодаре, Краснодарском крае и Южном федеральном округе. 15 видов рекламы, 5 лет в индустрии, только эффективное размещение. Специалисты нашей компании используют все возможности современных массовых коммуникаций, а клиенты получают наиболее выгодные финансовые условия и оперативное размещение в условиях дефицита рекламного времени и рекламных площадей. Подробности на adspace.pro. Рекламное место. Просто выбрать, легко заказать. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке компании «Рекламное место». There's a house built out of stone. There's a place where I don't feel alone. Меня зовут Артем Дмитриев. Это Chill. Предаваясь грезам, и создан сегодняшний выпуск. В конце концов, кем бы мы были, если бы не могли мечтать? Наши мечты двигают человечество вперед, развивают науку. Мы хотим преодолеть гравитацию и вырваться за пределы космоса. Мы хотим узнать, что находится в глубинах Земли и в сердце океана. Эти грезы ведут нас вперед. Человечество процветает. Осталось дело за малым — стать счастливым самому. А будет это при помощи рекламы или видеороликов, или наоборот упорного труда изо дня в день, в скуке и рутине, решать тебе. Это Chill. Услышимся спустя неделю в лучшем из миров. Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Заходите на сайт adspace.pro. Только эффективное размещение. 15 видов рекламы. Просто выбрать, легко заказать. Подробности в описании. Thank you.
когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.